ведьма колдунья, ведьма колдунья, ведьма колдунья кружит над головой. Добрая колдунья, добрая колдунья. Что ж ты, колдунья, смеешься надо мной? Музыкальная композиция Валерия Буданка-Алькутского, которую он посвятил своей жене, позабавила участников и зрителей фестиваля «Робинзонада». Бардовская песня пришла в его жизнь 17 лет назад. Дважды Валерий был лауреатом фестиваля. В его репертуаре в основном лирические произведения и романсы. Подобные шуточные темы ему не свойственны. Однако, как показала очередная «Робинзонада», экспериментировать на этом поприще стоит. Написал про жену, что она у меня вот такая, воистину, жива, интересна, любима. В первом фестивале «Робинзонада», который прошел в 1993 году, принимала участие небольшая группа авторов-исполнителей из Выборгского района. Со временем песенный марафон набирал популярность в бардовской среде. Его участниками становились гости из различных российских городов, неоднократные лауреаты всевозможных конкурсов, мастера своего дела. Обычно исполнители принимал лагерь «Зеленый остров», но в нынешнем году, в связи с его реконструкцией, «Робинзонаду» решено было перенести в Монрепо. Кстати, об этом не пожалели ни сами участники, ни гости парка. Кто-то удобно расположился на траве, любуясь природой под звуки гитары, а кто-то не мог усидеть на месте. Авторы ликовали. Их творчество пошло в массы. У каждого автора-исполнителя есть свой зритель. Вот. И чем их больше, тем ему приятнее, что он пишет для людей, вот, и его творчество востребовано. Здесь чем хорошо выступать? Тем, что здесь очень много людей. Даже свадьбы, которые проходят иногда, они нет-нет, заглянут сюда. И даже для свадебной процессии мы иногда поем песни, посвящаем этим жениху и невесте. Каждый конкурсант представил по два своих произведения в различных номинациях. Тематика была самая разная. Женщины отдавали предпочтение love story. Только горчат лепестки твоих губ, невзначай. Я прокричу, прошепчу, промолчу. Снова и снова. Не исчезай, не исчезай, не исчезай. Произведения в исполнении представителей сильной половины человечества в основном были о воинской службе, о родине, о несовершенстве мира. Но все же есть кто-то еще, кто тело мое обовлеченное. Я то ли здесь, то ли нигде, я езжу верхом на звезде. Я езжу околицей снов, играя осколками слов, которые могут убить средь белого поля судьбы. Стихи, которые представили авторы на «Робинзонаде», в основном были о России, о войне. Молчит карельский наш гранит, проник он гордо в камни, скалы, он тайну о войне хранит, в боях омытой кровью алой. Репертуар, ну, прежде всего, близкий, ну, есть понятие «авторская песня», ну, он, конечно, особо не, как бы, трудно его о рамках сказать, но, как правило, это туристские песни, лирические песни, гражданские песни. Но самое главное, здесь интонация, искренность исполнителя. То есть ни штампы, ни лозунги, ничего. На второй фестивальный день состоялся гала-концерт и награждение лауреатов и дипломантов. В их числе были отмечены и представители Выборгского района. В номинации «Поэты» дипломантами стали Евгений Труфанов и Анастасия Тихоненко. В номинации «Ансамбли» – дуэт Юлии и Виталия Богомоловых. Людмила Перминова, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город».